Аэробика – вид, сочетающий в себе элементы художественной и спортивной гимнастики, акробатики. Очень зрелищный и эмоциональный спорт. В минувшие выходные в зале ИГХТУ завершились итоговые состязания – открытое первенство города по спортивной аэробике. Наряду с участниками из Иваново выступали гости из Ярославской и Владимирской областей. Всего около 150 участников. В этом году впервые попробовать себя на площадке могли самые маленькие спортсмены – 6-8 лет. Дети маленькие обычно не проявляют мастерства. Они очень любят выступать, улыбаться, под музыку танцевать. Это привлекает. Чем старше становится спортсмен, тем больше к нему требований со стороны гимнастики. Это гимнастические, общие гимнастические требования. Гибкость, сила, прыгучесть. Соня на соревнованиях дебютантка. Девочке всего 6 лет. Но треть своей жизни она занимается спортом. Из-за волнения на площадке получились не все элементы. Но оценивая малышей, жюри прежде всего смотрит на обаяние и задор. А Соне этого не занимать. Я показываю программу по спортивной аэробике. Я занимаюсь уже 2 года, 4 раза в неделю. Мне это нравится, и это сложно. На площадке у спортсменов они выступают в индивидуальной программе, парами, тройками и группами всего минута. Жюри выставляет оценки за технику, артистичность, сложность. Все элементы, выполненные в спортивной аэробике, оцениваются по требованиям гимнастики. Категории 6-8 лет обязательных элементов нет, у них 5 элементов, то есть можно делать как и прыжки, так и отжимания, так и шпагаты, панкейки и так далее. А в других категориях уже обязательные элементы существуют. Спортивная аэробика – вид, одинаково хорошо поддающийся и мальчикам, и девочкам. Первые в нем баллы набирают в основном за счет силовых упражнений, вторые – за гибкость и пластику. На начальном уровне может заниматься каждый ребенок, конечно, и выполнять спортивные разряды. Но дальше, конечно, требуется, кроме физических данных, еще, конечно, требуется терпение и труд, они обязательны. Спортивная аэробика – это очень сложный вид спорта, потому что в спортивной аэробике требуются все физические данные. И скорость, и сила, и гибкость, и координация, и выносливость. Дебют спортивной аэробики на летних Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году был признан неудачным, и вид спорта вычеркнули из программы. Но руководство Международной федерации аэробики настаивает на том, чтобы включить ее в международные игры как полноценную дисциплину. Чемпионов в нашем городе растят на дальний прицел, таких, чтобы в будущем не стыдно было показать и на Олимпиаде. Анатолий Логинов, Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.